На юге края затяжные морозы привели к ледоставу на Енисее. Вот такие метровые ледяные торосы появились в районе села Селиваниха. Река местами вышла из берегов. Видно, что вода залила участки в низине. Явление, говорят специалисты, нередкое. В сильные холода водоемы промерзают глубже, а мелкие ручьи до самого дна. При этом вода, пытаясь найти новое русло, выходит наружу. На данный момент угроза населенным пунктам отсутствует. На проблемных участках ведется постоянный мониторинг. Уровень воды в Енисее стоит на отметке 168 единиц. Значит, критический уровень считается 200. Суточный подъем порядка 7 сантиметров. Но сейчас более-менее уровень стабилизировался. Единственное, что вода ввиду высокого уровня пошла в протоку, образовалась наледь. И особенно здесь, на этом участке, лед очень тонкий, что опасно для людей, которые, игнорируя запрещающие знаки, ходят по ледовому покрову.